Приветствую вас на моем канале, меня зовут Анатолий Холодов, я являюсь руководителем отдела продаж компании База Климата. Наша компания занимается продажей сплит-систем, оптом и в розницу, а также и профессиональным монтажем. Сегодня у нас в видеообзоре представлена сплит-система компании JAX. Что за бренд такой JAX? JAX — это австралийская корпорация, которая занимается климатом, как промышленным, так и бытовым. Сегодня у нас бытовая линейка сплит-система JAX Tasmania. Девяточка. Девятка у нас на 27 квадратных метров рассчитана. Значит, эта сплит-система делается в Китае на заводе Хайер. Как и все сплит-системы, состоит из двух блоков – внутренний и наружный. Давайте поговорим о внутреннем блоке. Внутренний блок – это брат-близнец сплит-системы Хайер Лидер. Один в один, все одинаково полностью, только отличия несколько. Это полоса серая на передней лицевой панели и название бренда посередине. Значит, на лицевой панели у данной сплит-системы располагается дисплей. Давайте я вам при помощи данного пульта, он точно такой же, как у Хайер, включу сплит-систему. Вот она работает. На дисплее отображается индикация температуры и режим работы, в котором она работает. Сейчас она работает. При помощи этой же кнопки включения-выключения мы выключаем и посмотрим, что у нас находится внутри данной сплит-системы. Это фильтра тонкой очистки, очень качественные, хорошо сделанные, из хорошего пластика и тонкой-тонкой сеточки. За фильтром располагается теплообменник. Теплообменник с покрытием блюфин, антикоррозийным, что продлит срок службы вашего данного теплообменника. Поставим сейчас назад фильтр, они легко достаются, легко ставятся на место. Здесь у нас располагается плата управления, вовнутрь мы не будем залазить, там все равно особо ничего не понятно для обычного потребителя. Внутри располагается турбина, при помощи которой нагнетает наш воздух. По внутреннему блоку все понятно, давайте посмотрим, что у нас с наружным блоком. Наружный блок изготовлен из металлического корпуса, это очень хорошо. Не из пластика, он будет дольше служить вам. Значит, скрыв верхнюю крышку, мы видим теплообменник, крыльчатка. Давайте снимем переднюю панель и посмотрим поближе, что стоит за компрессором, как он установлен, на чем. Вытаскиваем утеплитель, смотрим. Компрессор у нас Ричи. Представлен, он стоит на резиновых подушках, что смягчает его вибрацию. По пайкам сделано все хорошо, заводское. В принципе, здесь все понятно. Давайте поговорим о функциях данной сплит-системы. Что у нее есть? Данная сплит-система с классом энергопотребления А, то есть это очень низкий показатель. У девятки потребление 778 Вт в час. Потом у данной сплит-системы on-off сплит, не инверторная. Значит, она работает на тепло, на охлаждение и на сушение воздуха. Самый главный ее показатель, как я уже говорил, это уровень шума 22 дБ. Также есть функции турборежим, что позволит вам быстро нагнать температуру, которую вам хотелось бы иметь в данном помещении. Также есть функция ночной режим, есть функция таймер. И одна из важных функций – это самодиагностика. То есть, если что-то случается с вашей сплит-системой, то на дисплее загорается код ошибки. И вы сами, даже без помощи мастера, можете понять, что с данной системой случилось в интернете, либо в буклете посмотреть, что за ошибка. Значит, что хотелось бы сказать про данную сплит-систему. Мы занимаемся сплит-системами JAX очень давно. В России они представлены вообще с 2002 года, это 17 лет на российском рынке. Им доверяют такие компании, как Магнит. Вы можете посмотреть в супермаркетах Магнит, будут стоять либо сплит-система JAX, либо сплит-система Хайер. Они очень качественно и добротно сделаны. Да, самое основное — это то, что у них завод именно Хайера. Поэтому он будет один в один, как Хайер. Есть еще такая функция, экстра функция. Это делает только завод Хайер.
него есть переворачивание планки внутреннего блока. То есть он может дуть по стене, на которой стоит, параллельно вниз потоком воздуха, не попадая на вас воздушным потоком. Наша компания «База климата» и я, Анатолий Холодов, рекомендуем данную сплит-систему для приобретения. Очень качественная, надежная сплит-система из линейки бюджетного варианта. Поэтому рекомендуем, если вы хотите тихий и надежный кондиционер, приобретайте Джакс, и вы будете уверены в качестве. Спасибо вам, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Мы будем рады комментариям, мы будем отвечать на ваши вопросы. Спасибо, всем пока!